Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 982. И докажем, что прямые 4х минус 3у равно 12 и 3х плюс 4у равно минус 66 пересекаются в точке B с координатами минус 6, минус 12. Так как у нас прямые пересекаются в этой точке, то какой вывод мы можем сделать? А вывод простой. Координаты этой точки, пара чисел минус 6, минус 12, является решением этих уравнений. Запишем. Пара чисел минус 6, минус 12, решение уравнений. А если это решение уравнений, то обращает данные равенства верные. Проверяем. Поставляем в первое уравнение вместо х его значение минус 6, вместо y его значение минус 12. Получаем 4 умножить на минус 6, минус 3 умножим на минус 12. Если эта пара обращает данное равенство верное, то мы должны получить с вами 12. Смотрим, что получим мы. 4 умножаем на минус 6, это минус 24. Минус 3 умножаем на минус 12, это 36. Мы помним, что произведение двух чисел с разными знаками результат отрицательный. Произведение двух чисел с одинаковыми знаками результат положительный. Ну а теперь мы складываем два числа с разными знаками. От 36 вычитаем 24, получаем 12. Мы действительно получили с вами правую часть данного уравнения. То есть пара чисел минус 6, минус 12 обратила данное уравнение в верное равенство. А значит, прямая проходит через точку B. Прямая, заданная уравнением 4х минус 3у равно 12, проходит через точку B. С координатами минус 6, минус 12. Проверяем, проходит ли вторая прямая через эту точку. Подставим ее координаты вместо x и y. И тогда мы получаем с вами равенство 3 умножить на минус 6 плюс 4 умножить на минус 12. Если эта пара чисел обратит данное равенство в верное, то значит мы получим с вами сейчас минус 66. 3 умножаем на минус 6, это минус 18. 4 умножаем на минус 12, получаем минус 48. Мы умножали с вами числа с разными знаками, поэтому результаты получились отрицательные. Теперь складываем два отрицательных числа. Результат будет отрицательный. Ставим знак минус. Складываем модули. К 18 прибавляем 48. Получаем с вами 66. Итак, мы получили минус 66, а это правая часть данного равенства. Минус 66 равно минус 66. Какой вывод делаем? Прямая 3х плюс 4у равно минус 66 проходит через точку B. Запишем это. Отсюда мы делаем вывод. Обе прямые проходят через одну и ту же точку, значит, они в этой точке пересекаются. Отсюда точка B с координатами минус 6, минус 12. Это точка пересечения данных прямых. Все, мы доказали с вами данное утверждение. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.